Всем привет! Сегодня будем играть за Азербайджан против Армении. Как обычно, новая игра. Так вот, сразу закидывает на Азербайджан. Как раз таки за него будем играть. В настройках чуть полегче сделаю, чтобы быстренько закончить это видео. Агрессивно снижаю, и в принципе можем начинать. По-честному скажу, я немного рад, что у них вот какой-то конфликт начался, потому как мне есть что снимать на видео. А то не было вообще ничего, никаких идей. Так вот. Для начала уберем всю армию и улучшим экономику. Для того, чтобы было максимально подло, нужно для начала улучшить отношения с Арменией. Совсем забыл про технологические очки. Нужно вкачать рост экономики и содержание армии, так как вот-вот будем воевать. Ну, думаю, где-то через ходу в 50. Для начала нужно улучшать экономику, конечно. А пока идет игра, я хочу сказать кое-что очень интересное. Я довольно-таки... не расстроен то, что у них начался какой-то военный конфликт. Потому как я вот смотрю, нет никаких конфликтов, нечего снимать. А теперь хоп, есть что снять. Наконец-то я могу записать видео на 300 просмотров. Надеюсь, конечно, что будет 300 просмотров, а не 0 или 50 там. Но будем смотреть. Надеюсь, видео наберет довольно-таки много просмотров. Кстати, знаю то, что видео очень редко выходят. Я буду стараться как можно чаще их выпускать. В принципе, у меня кое-какая идейка есть, но ее надо еще воплотить в жизнь. Не забываем, конечно же, строить арсенал и лагерь снабжения. Сейчас пробую зафармить побольше денег, чтобы захватить Армению. Чтобы еще осталось очень много армии. Чтобы добавить, так сказать, эпичность. Я, в принципе, полагаю то, что уже можно собирать армию. Нужно посмотреть самые населенные города. Так, у нас очень маленькое население. Я не знаю, что с этим делать. Ну, давайте это попробуем. Так, в принципе, можно уже отправлять ультиматум. Я полагаю. Хотя лучше без ультиматума, а просто напасть. Объявляем войну. Ты как вроде Азербайджана в реальной жизни так начал. Все, это краткий гайд для Азербайджана в РЛ. Ну, если хотите, можете взять этот гайд. Хотя я не сильно рекомендую, так как это очень глупый план. Потому как только к 2032 году вы сможете победить. Так что вот так вот. Так, все. Гайд окончен. Предлагают мир. Соглашаемся, конечно же. Так, благо на нас никто не напал. И это совсем другая уже история. Кстати, можно было бы на Грузию напасть потом. Есть еще идейка за реальные исторические всякие сражения брать. Я уже придумал, где я буду идти и брать. Но это немного секрет. В принципе, буду заканчивать уже. Всем, наверное, пока. Не рекомендую вот так вот делать в реальной жизни. Это может опасно быть для вашего здоровья. Всем пока.